Vasilsova Yuliya, da? Da. A gedir adresa ki? Azərbaycanlı sərhədçi ilə Xankəndidən Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Ermənistana gedən erməni əsli şəxsin dialoqunun görüntüləri yayılıb. Trend xəbər verir ki, Azərbaycan sərhədçisinin suallarını cavablandıran o, Ermənistan vətəndaşı olsa da Azərbaycan ərazisində xidmət etməyə məcbur olduğunu etiraf edib. Bundan əlavə, Xankəndini həmişəlik tərk edərək Ermənistana getdiyini deyir. Vasilsova Yuliya, da? Da. Qədər radiosatı? Stepana Kerti. Нет, ты не Степан, в Армении родился. Да. А здесь где служил? Не помню название. В Маркуни или в Ходжавенде где? Степан Акерти, в Армении. Там они... Ханчанди? Да. Там служил? Да. Два, сколько лет? Два года служил? Да. А на посту вот? Нет. Родители где живут сейчас? В Ереване. В Ереване, да? Нет. Самого Еревана или какой-то район? В Ереване. В Ереване, да? Да. Паспорт новый получил, да? Да. После службы сразу да. Дали тебе. Зачем дали? Чтобы с границы выехать, да? Да. Да, поэтому навсегда уезжаешь туда, да? Да. Ты участвовал на войне? Нет. Нет? Нет. Тогда где был? Тогда в Ереване я был. В Ереване был, да? После войны призвали тебя в армию сюда? Да. Да. После 6 месяцев меня призвали туда. Призвали. Но гражданин-то армии, но призвали до работы. Там моя прописка. А тебе прописали сюда, в Шушу, я видел? Да. Прописали в Шушу? Да. Поэтому тебе призвали сюда, в Карабах служил, да? Да. Как гражданин Армении, территория Азербайджана служит. Ходит так, да? Да или нет? Или на русском не можешь говорить? Плохо. Плохо чувствуешь себя? Да. Удачи тебе. Иди.